Всем привет, я продолжаю проходить Warcraft 3 Evil Core, и в прошлый раз я прошел вторую кампанию Альянса «Смутные времена», теперь третья кампания Альянса, последняя, «На пороге смерти». Приступаем. Глава первая. Молот ярости. Двумя днями позже. Черная буря охватила Мавел. Черные тучи застелили небо. Синерп отправил сюда огромную армию нежити. Подкрепление Дейлина Якруста, заблокированное силами демонов, которые устроили морскую блокаду и контролируют побережье. Варден, Заян и Теорни ищут укрытие от бури. Товарищи, наша задача достичь Свайна. Нашим воинам необходим отдых. Мы должны пополнить наши ряды. Нужно укрепить позиции и создать новый военный лагерь. А также выпьем там по пинте эля. Хорошо бы. Дорога кажется чистой. Похоже, что Легион еще не достиг этого уголка Мавела. Пойдем по берегу. Не знаю, Фелблейд и Холодар, возможно, где-то поблизости, и они жаждут мести. У меня плохое предчувствие. А зря волнуешься, подруга. Все будет в порядке. Говорил с людьми, они не откажутся от пинты эля. Так. Да, я тут один раз всрал, только... Не мешай мне думать. Потому что просто тут очень глупость полная звучит была. Звучит неплохо. И все. Я позабочусь об этом. Сейчас я ее постараюсь не допустить. Интересно. Я позабочусь об этом. Я посмотрю. Так, тут все можно исследовать. Звучит неплохо. Сюда вот пройти. Тут вот это вот все есть. Я посмотрю. И тут внезапно Утер. Из оригинального сюжета. Не сомневайся. Откуда ты взялся в этой компании? Мудрое решение. Да прибудет с нами свет. Непонятно нахрена и как, но это так. Во имя света. Так что у него голос другой, немножко другой вид. У него зеленые глаза, у Вардена синие. Вот, очень сильное отличие. Но голос при этом... Именно голос. Тот же самый. Мудрое решение. Его лечение обыкновенное такое. У него стандартные скиллы паладина, но только вот еще вот это есть. И вот это я, пожалуй, сюда поставлю. Это блинк, типа. Можно телепортироваться на короткие расстояния. Во имя света! Звучит неплохо. Мудрое решение. Так, предметы у меня все остались, это тоже замечательно. Верно. Клянусь честью. Так, верно. Тут могу все обследовать. Клянусь просто честью. Так для прикола. Сейчас еще одного верно. Знакомого встретим. Во имя света. Верно. Клянусь честью. Так. Какие люди! Рад видеть тебя снова, капитан Варден. Я вижу, у тебя появилось несколько новых друзей. Старый знакомый Чаволи. Я не видел тебя тысячу лет. Я почти забыл, как ты пустил стрелу мне в спину и оставил меня умирать. Да ладно тебе, Варден. Когда мы будем вместе, мы сила. Люди должны держаться вместе. И кто старое помянет, тому глаз вон. Идет? Не идет! Ты где такой нашелся? Эх, это грустная история. Моя команда взбунтовалась и захватила меня. По морскому обычаю меня связали и бросили в море. Но, к счастью, я хороший пловец и смог выбраться на берег. Какой срам. Ты выглядишь разбитым. Где ты достал эту мантию? Вот черт. Приветствую тебя, прекрасная женщина. Я получил эту мантию от пирата по кличке Черный Медведь. У меня мало времени. Чего тебе нужно, Чаволи?
Ну, я совсем один, без корабля и с парой монет в кармане. Но я могу сражаться. Дай мне шанс, и я докажу, что могу быть полезен тебе. Мы будем рассчитывать на твой клинок. Становись в строй, не воруй, не общайся со мной, и, возможно, я не перережу тебе глотку. Отличные условия, типа... мы примем тебя, если ты не будешь со мной общаться. Замечательно. Мое сердце жаждет битвы. Ну, тоже такая же иконка, такой же набор звуков, короче, почту да. Почту за честь. Забавно. Будет исполнено. За веру и народ. Так вот, а проблема вся в том, что я пытался пойти вон туда, а там... там мины. Будет исполнено. Я немножко сдох. Так что сейчас я попробую у него прикольно, кстати, на барский лов. Я сейчас попробую бить всех только вот Вардена. Ну-ка, а у него что? Сфера льда, а у этого сфера проклятия. Ага, ну это просто как бы не очень нужно. Так, надо как-то так сделать, чтобы я мог их... Так, давайте-ка только я ты. Я могу помочь. И ты. Внемлю вашим словам. Ты на всех нападай. Во имя света! А какой ты у тебя план? Вот так сделай. Я посмотрю. О чем вы просите, внемлю вашим словам? Все теперь нападайте. Будет исполнено. Внемлю вашим словам. Где скелетик еще один? Так, иди вот сюда. И ты тоже. О чем вы просите меня? Сейчас будут мины. А вот тут можно пройти. Блин. Офигеть, тут жесть какая-то происходит. Так, у него есть воскрешение. И у него есть воскрешение. Мое сердце жаждет битвы. Не бойся. О чем вы просите меня? Как скажете. То есть я технически могу вот их всех туда отправить, потом их воскресить. Ротоподъем! Стоп. Будет исполнено. Я здесь. Мне не верится. Вы угораете, да? Капец. Чё за бред? А зачем это все здесь? Ладно, что знаете что? Давайте-ка мы уйдем отсюда и все. Внемлю вашим словам. А то ну нафиг как это все. Как прикажете. За веру и народ. Пожалуй, я сохранюсь. Потому что... Жестко. Будет как-то исполнено. И зачем я это все сделал, непонятно. За веру и народ. Три ульты просто так потратил. За честь. Которые могут мне еще пригодиться. Во имя света! Как прикажете. О, давайте целителя сделаем. Мое сердце жаждет битвы. Вот, у нас теперь целитель будет. За веру и народ. Как прикажете. Кратчайший путь в Смайн пролегает через горы. Но это идеальное место для засады. Да, тут у нас этот, походу, железный как ворон. Как хочет засаду устроить. Вот ночные эльфы, да. Почту за честь. Я могу туда пойти? Там что-нибудь есть? Будет я боюсь, что мины на каждом шагу просто будут. Как прикажете. Похоже, что нет. Ладно. Так, тут, значит, засада. Надо сохраниться. Так, сейчас будет день. А, он бесконечный день. Окей, это хорошо. Почту за честь. Интересно. Будет так, исполнено. Изи. За веру и народ.
будет исполнено. Ага, вон еще мразь. Будет исполнено. Почту за честь. Они, эти появившиеся создания, похожи на эльфов. Но почему они напали на нас? А что эльфы делают в центре Мавела? Мне это все не по душе. О! Клево. Давайте вот это сделаем. Остальным я пользуюсь как-то. Ой-ой, баллиста. Как прикажете. Мое сердце жаждет битвы. Еще и деревья, охренеть. Тут жестко все. Это забавно. Я посмотрю. А можно так сделать? Землю вашим словам. Он сможет напасть на дерево? Да! Ха-ха-ха. Мое сердце замечательно. Битвой. Правда, я немножко все равно. Это, мне кажется, не очень эффективно было. О, тут еще одно дерево. Будет исполнено. Да че вы? Нет. Идите вот сюда все. И нападайте. Будет исполнено. Это будет похоже не на битву, а на мясорубку. Это был подлый удар. Давай поговорим. Не надо больше смертей. Как же все просто. За веру и народ. Да, их очень много, но как бы вообще пофиг. Будет исполнено. О, давайте медведя себе сделаем. Мое сердце жаждет битвы. Будет тут исполнено. Тут есть кто-нибудь? Нет. За веру вот. И народ. Вот их лидер. Я Железный Ворон, вольный стрелок ночных эльфов. Кто из вас за Ян? Это я. Что тебе нужно? Мне нужна твоя жизнь. Вперед! Ха, удачи! К оружию! Елун, услышь мой зов! Дай мне силу над умами смертных! Во имя богов Луны! Во имя света. Она... Заян. Ай. Мне очень жаль, Варден. Я пока не знаю как, но мы вернем ее назад, я обещаю. А сейчас мы обязаны выполнить задание. Ни хрена себе, значит. Вот, окей. Так, ладно, тут как ничего нет, кажете? Да? Тут был портал, теперь его там нет, да. Почту за честь. Все, уходим отсюда. Так, сохраняемся. И нападаем сюда. Будет исполнено. На нас напали. Почему я его все еще могу видеть? А, он типа что-то здание, да, действительно. Че это я туплю? За веру и народ. Кого? О чем вы просите меня? Будет исполнено. Мудрое решение. Почту за честь. Как прикажете. Да свершится правосудие! Расступись! Захожу, мудак!
закончился. Ах ты! Говно такое. Убил одного. За веру и народ! Все-таки. Почту за честь. Не страшно. За веру и народ! Внемлю ваши слова. Так, а куда мне идти? Вот сюда или туда? Кажется, если сюда пойду, то просто я вернусь вот сюда. Почту за честь. Посмотрим. Тут големы. Ой-ой-ой, опять вот эти уроды. Во имя света! Это будет больно. О чем вы просите меня? Так, куда это везет-то все? Почему тут два пути, я не понимаю. За веру и народ. Фига. Типа, героев как можно покупать? Внемлю вашим словам. А, нет, тут, верно, это так, о чем как вы таковой просите и меня? Нет. Просто герои стоят. Ха. Окей. Так, все, всех полечил. Источник. Да. За веру и народ. Так, тут кто у нас? Тролли, голем, огр. Мое сердце жаждет битвы. Тут обычно битвы. Все почти. Ну да, вроде обычно. Внемлю вашим словам. Красные драконы. Как окей. Прикажете. Будет исполнено. Идем дальше. Тогда уже туда, куда нам надо идти, действительно. Конец главы сейчас будет, потому что как бы я уже почти всю карту исследовал. О нет, слишком поздно. Холодар, он уничтожил Свайн. Вот ублюдок, он спасся однажды от моего топора, но я его так и достану когда-нибудь. Снова привет, Варден. Я смотрю, мои агенты уже побеспокоились о твоей подруге Заян. Я убью тебя! Что ты сделал с ней? Честно, я не имею представления, что с ней сделал мой агент, но ты, капитан, следующий. Ты недооцениваешь меня, Лич. Тебе конец! Я так не думаю. Синерв дал мне знания и силу. Я заморожу тебя и поставлю в свою коллекцию. Ах ты мразь! Угу. Холодара убить, значит. Так, почему так лагает? Почту за честь. Фига, лучница. Прикольно. Так, а как мне их всех уместить в группу? Ладно, придется распределиться по-другому. Герои. Мое сердце живет против битвы. Да, ваш броди. Они и вот он. Что прикажете? Это первая группа. Мой лук всегда со мной. А вот. Да, сэр. Они это вторая группа. Внемлю вашим словам. Давайте будет дракона нападем. Почему бы нет? Драконов, то есть. Да свершится правосудие! Ты-то что ничего не делаешь? Да прибудет с нами сердце, жаждет битвы! Так, ну теперь уже реально ничего не остается, кроме как напасть на
Халадара, да? Окей. Как что прикажете? Ой, тут амбары. Эти тупые вонючие. Окей. За веру и народ. Как прикажете. Почту за честь. Жахармода, приступаю немедленно. Как прикажете. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Да, Халадар мошенники стал, действительно. Во имя света! Изи. Идем дальше. Да, вот он сдох, я слышал.